видели, что тут очень чисто. Пока новый, да, короче, сколько. Даже мы вот сравнительно так вот снимем пару плененок еще не снятых. Остальное у нас все так, в принципе, нормально. Турбодизель 1.6, 110 лошадиных сил, крутящего 270. В принципе, мы считаем так достойно. Ничего сказать об этом моторе не могу. Не знаю даже какой. Насос форсунка, Common Rail, там, ТНВД. Шо такое необычное заметил, когда смотрел, короче. Но очень было интересно, посмотреть, сколько вентиляторов на этом радиаторе. И когда заглянул, это возникла пауза у меня, когда я поставил где вентиляторы. И понял, что вентиляторов нету. Но если посмотреть, ну давай, монет, кармашек, да так. Но если посмотреть туда внимательно, да, там вот, вот отсюда, да, с ними попробуй. Видишь, вот они, вот он вентилятор. Да. Да, есть какой-то. Ну, как-то спереди. Может, потому что камах будет отгонять. Не знаю, что он там будет делать. Если так вот взять его. Так да, вот, вот видно, его да? Видно очень хорошо. Да. Да. Поэтому для меня это было. Вентилятор спереди, это было очень удивительно. Это. Что за решение такое, непонятно. Может, рабейное. Ну, может, у них там, да, может, у них там. Им же это лучше видно, как бы там вот. Все тут, все понятно, короче. Охлаждение двигателя, система, как заливать. Кстати, у Шкоды она почему-то желто-оранжевый все горит, куда можно лазить. Как вот ручка масла. Это кондиционер, скорее всего, тормозной. Да, как бы там вот. Ну и, в принципе, ничего такого особенного. Ну, давай попробуй, заведу мотор, а ты посмотришь видео. А мы послушаем, послушаем, да. Послушаем, как оно. Трактор. Трактор. Не без этого. Не без этого. Да. Ну, все понятно. Все понятно. Турбина, да. Так, предположительно. Турбо 2. Да. Гибридная установка. Сейчас мы эту гибридную установку рассмотрим. Пустоватая на нос. Это чтобы сцепление с дорогой хорошее было. Ну, особенно на гололеде. Это... Непонятный какой-то буравчик. Что с ним делать, мы еще не знаем. Ну, комплект есть какой-то никакой. То есть ключи, домкрат. Это даже тоже подножки какие-то все. Ну, все там аккуратно вынимаем. Насколько можем аккуратно по себе это позволить. Не знаю, как это. Да. Вот так вот. И главная особенность сюда. То есть там это. Да. Вот есть конденсатор, и когда, который позволяет, короче, использовать, короче, систему, когда двигатель глохнет, от этого конденсатора происходит все питание. То есть работает кондиционер, работает вся электропроводка, то есть не на аккумуляторе, а вот именно вот на этом конденсаторе. Да, на этом конденсаторе, так, то есть он так вот закреплен. Закреплен, не знаю, вот он. Здесь провода, здесь еще что-то подходит, какая-то система. То есть, ну, подзаряжается автоматически, когда нажимаем на тут. И, ну, как мы помним, в Октавии, короче, у нас вот очень удобный такой кармашек. Вот если посмотреть более детально, видно, что даже какая-то, да, металлическая такая пластина, которая так помогает, может, защитить, может, декоративно. Надписи на никаких красивых нету. И мы видим, что четко помещается бутылка моршинская. Да, полтора литра. Где-то у нас тут полтора литра, то есть спокойно она становится. А, кроме всего прочего, ну так вот, сами подстаканники, сейчас я с той стороны залезу. Самих таких подстаканников как бы особо нет. Ну, есть одну можно, здесь пепельница стояла, я просто выложу, потому что никто не курит. Здесь можно бутылку поставить, здесь можно какой-то стаканчик поставить. Предусмотрено вот там вот внизу, мы видим. Да, мы видим тоже две бутылки, охлаждаем эшбокс же этот, да, и плюс же стаканчик можно сюда поставить, даже написано какая-то бутылка здесь может быть, да, то есть все охлаждаем даже, то есть как бы в плане бутылок, короче, у нас получается, если в Октавии здесь две, и получается в Октавии на две меньше, потому что здесь может две. И пол-литровый я ставил, короче, полтора-литровый здесь уже помещается, ну, пол-литровый помещается здесь. Кстати, давай попробуем. Кстати, мы сейчас попробуем, да. Да. Ну, в экстренных случаях
Очень да. хорошо помогает. Кстати, бутылку... Ну, бокс, конечно, не охлаждаемый. Бутылку можно заморозить. Да. Оставить. И будет охлаждаться голова. Все такое. Ну, если что касается вот заднего дивана, как мы видим, задний диван. Да. За мной еще место есть. То есть, если в Октаве места почти нету, здесь еще место есть, можно сказать. И диван такой, ну, без всяких изысков. Как в Октаве. В принципе, ничего такого нету. То есть мы, как мы видим, короче, ровно, наклон такой неудачный. Даже можно, в принципе, сесть, чтобы понятно. То есть, как бы, за собой я помещаюсь более-менее. Колени не упираются. Это, короче, над головой такое же пространство, в принципе, как в Октаве. Такие же подголовники тоже прячутся за подлицо. Ну, как мы видим, вот по сравнению с средним, вот так вот он прячется. И вот так вот он не прячется. Не прячется и да. прячется. То есть, ну, в принципе, удобно, короче. Высокому человеку удобно, неплохо. Да, да. Но тоже, короче, как бы как в Октаве. Ну, видно, это же все же тенденция класса. То есть можно было подлиннее делать сидушку, все-таки бы еще бы хотелось больше места. Чуть другой наклон спинки. Но видно, тогда был бы багажник другой, как бы так вот. Ну, из этого мы все и видим, как бы там. Вот, мне так нравится, как бы вот этот выступ. Так очень шумно. Ну, вроде как бы тирануться нереально, но как-то так озадачивать. Держаться чуть в стороне от него. Хотя, в принципе, так прям сказать, что мешает, не могу сказать.